Добрый вечер, друзья. Вы сделали правильный выбор, решив присоединиться к нам на Allianz Stadium. Выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что сегодня мы видим состав команды гостей. Перед нами вариация на тему 4-3-3 сложной девяткой. Никак не могу понять, что это такое. Игрок, действующий из глубины поля. Эта самая девятка может доставить много хлопот соперникам. Добрый вечер, друзья. Вы сделали правильный выбор, решив присоединиться к нам на Allianz Stadium. Выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что мы видим состав команды гостей. Перед нами вариация на тему 4-3-3 сложной девяткой. Никак не могу понять, что это такое. Игрок, действующий из глубины поля. Эта самая девятка может доставить много хлопот соперникам. Добрый вечер, друзья. Вы сделали правильный выбор, решив присоединиться к нам на Allianz Stadium. Выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что мы видим состав команды гостей. Перед нами вариация на тему 4-3-3 сложной девяткой. Никак не могу понять, что это такое. Игрок, действующий из глубины поля. Эта самая девятка может доставить много хлопот соперникам. Добрый вечер, друзья. Вы сделали правильный выбор, решив присоединиться к нам на Allianz Stadium. Выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что мы видим состав команды гостей. Перед нами вариация на тему 4-3-3 сложной девяткой. Никак не могу понять, что это такое. Игрок, действующий из глубины поля. Эта самая девятка может доставить много хлопот соперникам. Добрый вечер, друзья. Вы сделали правильный выбор, решив присоединиться к нам на Allianz Stadium. Выдержать высокий темп игры. Высокий темп еще не обязателен. Они в первую очередь рискуют поднятой линией обороны. Но без опыта с таким прессингом играть едва ли кто-то решится. Так что мы видим состав команды гостей. Перед нами вариация на тему 4-3-3 сложной девяткой. Никак не могу понять, что это такое. Игрок, действующий из глубины поля. Эта самая девятка может доставить много хлопот соперникам. Игра началась. Ювентус с мячом. Пауло Дибала. Ювентус атакует через фланг, и там свободная зона. Мяч у вратаря. Все в порядке. Ювентус переходит в атаку. Дибала. Выше ворот. Не думаю, что...